Привет всем. Обзор опять еды недорогой. Эти помидоры я уже показывал, не буду их подробно описывать. Турецкие и 30 рублей, ну потому что они мятые. Как видите, они вот мятые. Больше у них дефектов нету. А вот этот вот ударенный еще. Ну и кисловатые. Ну это, наверное, нормально. Для парниковых, они же, как я понимаю, парниковые. Так, ладно. Но есть и подороже, есть 60, там 80 рублей. Более сладкие. Я их как-то покупал, уже снимал. Можете посмотреть на моем канале. Мандарины. Блин, сколько? 60 или 70 рублей. 68, что-то такое, по-моему. Так себе, видите, они в каких-то пятнах и могут быть высушенные. То есть открываешь, а внутри он сухой. Поэтому ну, не особо бы советовал эти мандарины. Ну, вот видите, бок побит. Это уже плохо. Из-за этого их дешевле и продают. Яблоки. Написали, что Антоновка. Может, Антоновка, может, нет. 70 рублей. Но я считаю, это дорого для яблок. Но так сойдет более-менее. Вкус обычный, кисло-сладкий. Ну, тоже такие мятые, видите. И, в общем, все. Я хотел купить ананас дешевенький, но их все раскупили. Спасибо, на этом все за просмотр. В смысле, спасибо. Пока. Всего хорошего. А, вот, видите. Вот такой бок побитый. Как бы водянистый и может развалиться. Ну, на самом деле они лежат нормально неделю. До свидания, всего хорошего.